Привет, ребят. Сегодня сложный день. Мы собираемся в дорогу. И это... трэш. Интересно, а снег в дорогу это хорошо или плохо? А? Одним словом, мы выехали на сколько? На час позже от запланированного. На пол. На пол? Да, на полчаса. На полчаса. Матвей, Ксюша, все там в темноте. Ксюша, Матвей. Стефан, мама. Короче, дорога очень плохая. Валит снег. Мы с утра встали. И там полметра снега. Пока собрались, снег откинули. И, в общем, едем. Метет метель. Бурга. Вот. Сколько ехать мы будем? Навигатор показал 21 час дороги. Показал навигатор. Ладно, вот. Надо сейчас сразу будет есть. Матвей взял подушку. Он, наверное, будет спать. Так что йоу. Итак, прошло 2 часа. Так, меньше, наверное. Едем. Едем. Уже рассвело. И кажется, уже пора доставать наши съестные запасы. На самом деле они уже поели. Через 30 минут после того, как мы тронулись в путь, уже все запасы уже распотрошились, съели все. Не все. Мы взяли очень много запасов, потому что ехать придется долго, судя по такой дороге, не спеша. Делать нечего, будем рассказывать какие-нибудь истории, смотреть, ночевать в телефоне и, конечно же, хомячить. Вот. Может быть, по яблочку? Мы под Воронежем. Очень сложная дорога.
еле-еле-еле-еле-еле едем. Уже 3 или 4 раза останавливались. Капец просто. Хотя с 8 часов мы до часа дня, и уже мы с Воронежем рядом. То есть получается 8, 9, 10, 11, 12 час. Ну да, так и получается. 500... До Ростова 500 километров. Иногда я не за рулем, за рулем. Мамуля. Мамуля. Тюшка. Мы приехали в Ростов. Вся банда в сборе. Давай, подержись. Папа. Давай. И вот наш отель, смотрите. Вот он. Отель «Легенда». Ворота, красивенькая территория такая, шикарная. Все офигевшие от дороги. Порвется? Что у тебя порвется, муть? Терпение у него порвется. 200. Наш 200. Или 201? 201. Понимаю. Давай карточку. Нам 200 сказали. 201. Мам. О, так, ребят, все нам расстелили. Рум-тур. Ничего, нормально? Тапочки. Бар. Вау. Тут все четко. Тут все четко. Отлично. Вау, королевская кровать. Ксюша, не напоминает? Вау. Мам, не напоминает? О, такой же, как у нас. Папа, не напоминает. Да, здравствуйте. Да, так, значит, мы готовы. Давайте начнем с первых блюд. Харчо. Стейк из мраморной говядины. Один. Medium well. Дальше. Дальше. Короче, все, вот мы выезжаем. Отличное место поночевать. Стефан, вот он спит. До свидания, спасибо. До свидания. Ребята, в Ростове зима. Просто зима, это трындец. Я не знаю, в Ростове, ребят, бывают такие зимы или нет? Ну вот она, по факту, зима. Вот наша гостиница. Хорошее достаточно место, уютное. Так, сейчас я ставлю Стефана, протираю. И нам еще ехать 600, около 600 километров.
Мы приехали на термальные источники. Мама хотела, чтобы мы покупали теплого источника. Холод, конечно, А я люблю жуткий. Ребят, я не знаю, зачем мы это делаем. Но мы вот, короче, все голые. О, смотри. Ой, блин, у меня ноги замерзли. Я тоже. Короче, я настроил камеру, ребят. Это круто, вообще. Супер. Вон Моти там плавает. Это термы. Название я не знаю как. Потом посмотрим. Но еще очень прикольный запах такой. Только не брызгай на камеру, Мось. Она не вот стойкая, да? Нет, конечно. Крутяк. Ксюша, сейчас придет. Наше любимое занятие – поесть. Зашли похомячить после термиков. Смотрите еще раз. Кафе СССР. СССР, да. Ты человек нас завел сюда. Давай я, мам, я тебе сделаю. Давай. Мы в Архызе. Вот наш домик. Все круто, доехали. Снега метр здесь за сегодняшний день навалило.